Всем привет, ребят, с вами Аурум, и сегодня я хочу продолжить просматривать Скибиди Тойлоты, но теперь без Степана. Кстати говоря, если вы хотите, чтобы Степан почаще появлялся у меня на канале, то вы знаете, что нужно делать, прям лайкосик, подписочку и напишите об этом в комментариях. Скибиди Тойлоты — это уже некое явление, которое хочется как минимум изучать, что оно такое. Сейчас мы начнем с 21 серии, потому что в прошлом ролике смотрели до 20-й, и с 21 я посмотрю до 48-й. По-моему, буквально только что вышла 48-я серия, поэтому мы ее тоже глянем. Но для того, чтобы не портить себе хронологию, а здесь же все взаимосвязано, будем смотреть с 21-й. Ну а вы мне в комментариях помогайте, где что я туплю, где забываю и так далее. Ну и лайк, это тоже очень важно. Поехали. Так, два камерамена. Кешки. Ой. Ой-ой-ой. А, они его допрашивают, да, наверное? Ой, он, похоже, не признался. А вот и тот чел, которого они искали, на самом деле. Забавно. Хорошо, в принципе, понятно, окей. Вы обращайте внимание на количество лайков, или вам не очень видно? Так, так, так. Это тот же чел, который из прошлой серии. А, посмотри, что они делают. Они его сливают. Гигантского... Или нет? Нет. Они не смогли его слить. А эти что? Я сейчас что-то не понял. Подожди, они не смогли его слить, то есть он не слился. А как это вообще произошло? Ну, давай еще раз смотрим. Смотри, они взяли, начали его сливать. Начали сливать, он должен был слиться. Но что-то пошло не так. Не получилось у них. Окейшки, погнали дальше, 23-я. Так, 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 это какая-то лаборатория. Камерамены явно что-то замыслили. И тут на них нападают. Скибиди туалеты. И что-то они развернулись, а чего? А почему? Почему они развернулись? А, вот почему. Сейчас будет палец вверх, да? А ну смотрим. Да, я так и знал. Короче, камерамены, когда побеждают, всегда палец вверх. Это забавно, как они убежали. Ты видел? Они просто такие разы развернулись и свалили. Типа удивились. Ладно. Так, 24 серия. Продолжается война. Скибиди Тойлоты сражаются с камераменами. Ты лайк поставил вообще? Смотри, здесь 6,6 миллионов лайков. Ой-ой-ой, очень страшно. Камерамен опять победил. И наш оператор жив. А, это вообще полная победа? Все, 24-я серия, камерамены всех победили. Или это локальная победа? Сейчас мы узнаем. Слили. Ой-ой-ой-ой, вот здесь было опасно, мне показалось, что все. Но и эти головы слили. Но опять же, у нас нет, как его, G-Man? Как G-Toilet? Как его зовут? Ну, короче, гигантский вот этот туалет, мы же его не видели. Хорошо. О, что-то новенькое. А, вот они. Это, короче, какие-то колонка-мены. Гигантская колонка-паук. Что несется в этом мире? Я в офиге. 25-я серия приносит что-то новое. Там тоже на заднем плане какой-то паук-унитаз. А, и одевает наушники. Я понял, вы видели? Одел только что наушники. То есть он звуком всех уничтожил. А колонка-мены на стороне, наверное, же, да, этих камераменов, или нет? Хорошо, 26-я серия. 26-я серия. Скибиди... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, прям упал и слил его. Хорошо, и этого тоже. И вот этого. Всех сливает. Побеждает всех Скибиди Тойлоту. Его слила тоже большая колонка. Колонка-мен. Джелька, наверное. А что это за чел в маске? Ну его уничтожил. Я знаю, что этот чел вообще до последних серий. Гигантский... Напишите в комментариях, как его зовут. Гигантский колонка-мен. Добро побеждает туалеты.
Так, это 8 сезон. 27 серия. Подожди, правильно все? 26? 27 серия, так. Угу, интересно. Колонка... Ой, эти камерамены проникли на какое-то тайное место Скибиди Тойлотов. Это облава, пацаны, это облава! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, неплохо, неплохо, они их победили. Это, наверное, какой-то тайный... Что они, интересно, делают там? До конца не понятно, что они там делают, но, в общем, их настигли. Окей. 28 серия. Ой-ой-ой, опять какой-то заговор. Постоянно они какие-то козни плетут. Это какой-то очень... Правильно я понимаю, или в очках-то? Да, это очень толерантный Скибиди Тойлот. Но опять наш гигантский... гигантская колонка всех уничтожила. Да. Мне кажется, знаете, когда он показывает класс или махает, мне кажется, он это делает оператору, потому что у нас первый, кто на локации оказывается, это оператор, правильно? Ну, то есть тот человек, который... Вот видите, вот он же первый, правильно? Да, это какое-то типа производство, их тут делают, этих туалетов. А это толерантный Скибиди туалет, чтобы не сказать Black. Так. Он их подговаривает. Так, 29-е. Прикольненько, прикольненько. Колонки тусуются. Но тут какой-то забаганный Скибиди туалет. Колонка такого не ожидала. Что это такое? Почему он такой быстрый? Тут все камерамены и колонкамены подофигели от этого движения. Ой, что несется? Почему он такой быстрый? Кто это вообще такой? Офигеть, у нас даже оператор убегал, но поздно. Давайте рассмотрим поподробнее. Какой-то забаганный и супер быстрый. Посмотри, как он... Бш! У него какой-то гипердвижок, что ли. Давайте посмотрим, что дальше будет. 30-я серия. 30-я серия. Так. Мы видим, что теперь... Ой, это какая-то пыточная. Это Байден? Что это такое? Оу, они научились. Это все-таки даже не пыточная, это лаборатория. И прикиньте, они завербовали камерамена, и он теперь напал на нашего оператора, который тоже, само собой, является камераменом, потому что он это все дело и снимает. Офигеть. Мне чем-то напоминает это «Звездные врата» и серию про Гоалдов. У них такие личинки внутри людей были, которые управляли людьми. И жесть. Хорошо, 31 серия. Опять у нас, блин... Так. Так, теперь не очень понятно, кто есть кто. Посмотри, они завладели ими. Посмотри, что происходит. Вот это вот неожиданно, вот это вот очень неожиданно. Ну и то, что... Да, это кошмар какой-то, предатели. Скибиди туалеты, по-моему, здесь побеждают. Гигантский армейский Скибиди туалет. И на колонка. О, да. Это уже поярче, да. Шикарно. Всех победил. Мне явно нравится этот челик. Он какой-то непобедимый. Чувак, давай ты будешь в каждой серии. Я только сказал, что он непобедимый и... О, нет. О, нет. Он теперь под властью Скибиди туалетов. Нет, чувак. О-о-о. Жестко. Так. 33-я серия. Так. О, опять этот G-Toilet, которого невозможно смыть. Я вообще не понял, почему. Ютуб! Вы видели, он взорвал Ютуб. Он взорвал Ютуб и...
Вау, полегче. Очень страшно. Окей. 34-я серия. Забегает в какую-то лабораторию явно. Ага, за ним бегает этот забаганный чел. Они его захватили, они хотят понять, что же с ним не так. Ага. Так. Опа. И все, смотрите, он даже не погиб, он стал просто нормальным. Кайф. Кайф. Так, они скорее, похоже, придумали какое-то оружие, да? Ну, понятно, камерамены должны понять, как освободить своих друзей. Найс, найс, чисто один выстрел. Но этого недостаточно. Блин, у нас же здесь забаганный чел. Не помогло? Не помогло. То есть это оружие, нужно убегать с этим оружием. Чел, беги, беги быстрее. Ну, классно, что оружие все-таки осталось, но на самом деле оно не сработало. Не сработало. То есть оно работает на маленьких камераменах, но на гигантском колонкомене не сработало. Причем это же тоже колонка, только маленькая. Непонятно, почему не сработало. 36. Серия 36. Так, ну вот то самое оружие, которое должно, по идее, помочь освободиться от этой всей дичи. И да-да-да, против маленьких работает. Шикарно. Найс. Ой-ой-ой, сливай его побыстрее. Четко. Оружие найдено. 36-я серия. Но как быть с вот этим боссом колонок? О, они придумали гигантскую турельку. Так. О, это какой-то новый туалет. Бегающий туалет прям. Ой-ой-ой-ой. Красиво он его так-то. 38-я серия. По-прежнему это челик не за нас, да? Он не на хорошей стороне. Так, пытаются гигантской турелькой, но вот G-Toilet всех защищает. Интересно, кто-то его может победить в целом или нет? Блин, ну G-Toilet всю малину портит. Хорошо, 39-я серия. 39-я серия. Опять идет борьба. Опять все борются между собой. Так. Опача, телевизор. Оу! Это, походу... Это же телевизор с России. Реально. Посмотрите, люди становятся зомбаками. Да, это он. Кайф. Ну, если бы его во благо, конечно, юзать, было бы кайфово, а так да. Чисто зомбирует. Туалетников. Туалетоголовых. Да? Ну да, смотри, синий цвет, их хыдыщ. И все. Но, кстати, нормальным ничего не происходит. Видите, они просто танцевать начинают и всех уничтожают. То есть зомбирование и сливают в унитаз. Все. Все, а камерамены всех сливают в унитаз. Шикарно. Кайф, мне нравится. 40-я серия. 40-я серия. Тук-тук-тук. Кажись. Блин, откуда их берется столько скибиди туалетов? Они придумали прям, во-первых, то, что новый персонаж... Линзу. Ага, он одел линзу. Он одел линзу, чтобы... Чтобы что? Чтобы на него не повлиял этот цвет? Сейчас опять смайлик будет? Да. Ну, кайфово они придумали. Автор этих видосов гений. Так, он опять что-то показал. Он показал, одевай линзу. Он показал, одевай линзу. Тот быреньком одел и... И тут выходит что? Еще больше. Что это? Это какой-то рейд-босс.
телевизороголовых. Офигеть. Вот это эффективно. И что, что они себе даже думают? Но опять же, мы не видели G-Toilet'а. Мне кажется, что в следующем, в следующей, либо еще через одну, все-таки этому читерскому оружию дадут. Эти смайлики меня убивают. А, и смотрите, начиная с 42-й серии видосы стали горизонтальными. Короче, ребзы, они еще раньше стали горизонтальными, я просто этого не заметил. Но давайте смотреть горизонтальные. Горизонтальные намного круче, намного. Так, ну, собственно, секретное оружие цивилизации. Телики. Они в очках! Смотри, они просто начали одевать очки, лол. Ой, телики решили свалить. А, подожди, а что делать? Ага. Короче, телеки свалили, а камерамены такие, а мы дальше будем фигачить, да? Ну, удобно. 44-я серия. Мы помним, да, что скибиди-туалеты научились одевать очки. Это очень круто. Так, у нас... Ой-ой-ой-ой-ой, это даже еще не G-Toilet, но наш босс ТВ-менов побеждает его изи. Но где, где G-Toilet? А вот и он, может быть, нет? Ого. Нет, нет, это какой-то... Я не знаю. Опача, колоночки подлетели. Теперь он и телек, и колонки. Ну, а, и тут очки перестали работать, смотри. Они, если присмотреться, они даже лопнули. Ну, это неплохое усиление. Опять же, где G-Toilet? А вот это чел. Он по-прежнему заражен, вы помните? Он по-прежнему на их стороне. Смайлик? О, смайлика нету. 45-я серия. 45-я серия, ребятки. Так, что у нас? У нас зараженный, боже, напишите в комментариях, как они все называются. Пожалуйста, помогите Ауру и прожмите лайк, если вам нравятся мои обзоры и хотите, чтобы они еще дольше были. Так, ну, соответственно, что? Ой-ё. Я ничего не понял, давайте заново. Я ничего не понял. Так, еще раз, давай. Соответственно, тут у нас летают скибиди-туалеты. Тут вот эта зараженная гигантская GBL-ка. Ой-ой-ой, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Она сейчас свалит. Ух, хорош! Он что, уничтожил его? Нет, не уничтожил. Но навалил. О, смотри, оторвал одну колонку. И он, блин, убегает. Постоянно не убегают. Но неплохо, неплохо. Типа такой удовлетворен результатом. Вот этот дым, куда он исчезает? Вот какой-то чародей. ТВ-мен-чародей. 46-я серия. Так. Я, по-моему, кстати, ее смотрел без вас, сори. Что тут у нас происходит? Значит, ТВ-мен. И тут вылетает... Что это за туалетик? Во-первых, он без глаз. Типа, чтобы не вестись на ТВ-мена. То есть у него в тупую нет глаз. Он начинает с ним сражаться. О, ну у ТВ-мена есть ножи. И он его убивает ножами, кстати. Не сливает в унитаз, а тупо у него убивает ножами. А там... Чё? А, это же он их съел. Я сначала не понял. Он, смотрите, он же их съел. И они выжили. Чётко сработано, брат. Вот, да, смотри. А, этот просто улетел. Я понял. И эту гигантскую колоночную хрень преследовал ТВ-мен, наш босс. Но тот улетел. Вот, только что засосал. Вот это что-то. Это даже не туалет, это, я не знаю, какой-то алюминиевый горшок. Ну, кайфово, да. Это было неплохо. Хорошо, следующее. 47-я серия, господа. 47-я серия. Смотрим. Это надо переводить задом наперед, я знаю, на озвучку. Он встретился с G-Toilet'ом, с G-Man'ом, или как бы его там не звали. И он сможет его победить?
что его пока что еще никто не побеждал, ай-яй-яй. Кстати, он был на финишной прямой, но теперь ему обрезали колонки. Но он вальнул чувака, но сзади же Джимен. Он уничтожает. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тут этот чел, да нафига ты? Он что, побежден? Он пытается сбежать, Да, и он убежал. Он смог скрыться. Кстати, неплохая темка такой. Раз, и в темный туман. Кайф. Да, в начале видео вас обманул. Получается, вышла не 48-я, а 49-я серия. 48-я. Но я ее тоже не видел, кстати. Смотрим. Я думаю, вы видели уже. В очках все. Так, камерамены что-то задумали, смотри. Неплохо. Так. Четко. Сразу уже на нашей стороне. Всех послевали. Но, как всегда, неожиданно у нас появляется какой-то новый чел. Чё за? Давайте на этот момент. То есть это только показывает лайк, да? И тут внезапно. Какой-то пиломен. Что происходит вообще? Во-первых, у него какие-то супер очки и пушки по... Да, у него пушки и такое гигантское лезвие, ребятки. Жесть. Вообще новый персонаж. Окей. Финалочка на сегодня. Возможно, многие, кто смотрит сейчас это видео, еще не видели эту серию. Я не видел. Давайте ее будем разбирать. Так, скорее всего, мы типа потеряли сознание. Давайте пробежим полностью без моих комментариев, посмотрим, а потом... Ой. Оу. Вот эта дамочка. W? Это она тоже типа так улыбается, да? О, еще какая-то лаборатория. Ребятки, ну что, давайте разбираться. Значит, в прошлой серии мы знаем, да, что появился какой-то там пиломен, который всех уничтожает. То есть мы просыпаемся от легкого нокдауна, скажем так. Осматриваемся по сторонам. Вот этот чел. Нет, это, кстати, другой вообще чел, который наводит печаль с лазерками. Летает здесь. Вот еще один камерамен, который показывает, что не все хорошо, скажем так, у нас. Не все. И вот этот пиломен, который пролетает. Да. И он еще и сыпет огнем. Помимо того, что он всех разрезает, он еще и сыпет какой-то лавой, пламенем. И тут внезапно на нас нападает такой вот какой-то паук. Паук, что ли? Я не знаю, тоже с пилами. Но внезапно вот этот вот персонаж, который появляется впервые за все 49 серий. Поправьте меня, если это не так, но эту дамочку я бы запомнил. Смотрите, она легкой походкой включает свою телевизионную голову. Это Скобеева, наверное, реально. У меня такая же реакция, когда я смотрю что-то подобное. Я просто сгораю нахрен. Вот, от ужаса. Да, минус тип. И тут у нас что, летит этот сумасшедший дятел, которого теоретически никак не остановить. Но, и смотрите, ее тело никак не реагирует, но голова взмывает в воздух. И что мы видим? Голова взмывает в воздух, и мы видим, что она прям нападает на этого чувака. Кстати, вот там что-то интересное только что произошло. Вот это что? Вот это вот что такое? Вот смотри. Вот это силуэт. Ты обратил внимание, что это? То есть он-то взорвался, хорошо. Телек возвращается обратно. Все прекрасно. Так, сзади, типа, у нас туалет. Но она... она берет оператора и переносит в безопасное место.
а безопасное место у нас какая-то тайная лаборатория. Какая-то тайная лаборатория. Тут у нас тусуются, видите, колонка танцующая, камерамен сидит. Перемещаемся под лабораторией, видим камерамена входящих. Вот это вот, вот это вот что? Это типа у нас новый персонаж с тремя головами? Или что это? То есть автор явно недвусмысленно намекает на то, что это что-то важное. Я не догоняю, что это. Напишите в комментариях, как вы думаете. Может, я недостаточно в теме, но мне кажется, это какая-то новая разработка, типа, где будет три камеры. Может, у нас будет, типа, как три экрана. Блин, может, оператору дадут сразу, типа, разделят экран на три сразу шорца, и мы будем одновременно смотреть три истории, типа, три камеры. Вот это я, да, фантазер. Ну, не знаю, напишите свое мнение в комментариях. Ребят, напишите, нравятся ли вам обзоры, продолжать мне или нет, вернуть ли мне Степана... Вернуть мне ли Степана вот на этот стул или нет? Соответственно, как-то так. Ну, мне реально, блин, вот если абстрагироваться от того, что это просто какой-то лютейший трэш, то истории довольно интересные. То есть вот подобные сказки прикольно рассказывать, например, на ночь там детям. То есть тут куча экшена, постоянно неожиданные концовки. Черное зеркало в мире Ютуба. С вами был Аурум. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайк. Пока, ребят.